Камера мотор. Какое эхо, а? Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Мы сегодня с вами в лесу. В лесу исследуем старые тропы и старые дороги. Поэтому, братцы, куда камеру не поверни, везде непролазные чаща. А все потому что, братцы... Короче, видели вы мой ролик, наверное. Я его поставлю, может быть... Я его отснял недавно, буквально... полчаса назад, и решил я попробовать вот эту вот тропочку, вот этот спуск туда к речке. Вот, я пробиваю вот эту вот старую мощеную дорогу, но по дороге что-то вот, ребят, хожу уже, наверное, порядка полчаса, ничего не нашел. И стоило мне свернуть в сторонку, вот, как у меня первая монетка, неожиданно, случайно, нечаянно, как хотите, вот, но она первая. И, братцы, вместе мы сейчас посмотрим. У нас прошел дождик, сейчас устаканилась погода, вот, тишина. Моя мокрая куртка приходит потихонечку в сухое состояние. Но мне наплевать на это, потому что, братцы, вот она. Какая сторона родная. Это царская монетка. Скорее всего, николаевский формат. Братцы, первое. Я сейчас вам расскажу, почему. Я сейчас вам все расскажу, ребятки. Двушка. Это две копеечки. Тысяч какого-то там 903-го, по-моему, года. Или 1893-го. Вот из этой небольшой ямки. В общем, все здесь усеяно царскими и советскими монетами. Вот, деревня оказалась вон там. Ну, она стоит вон так вот чуть-чуть. Дальше вон туда идет спуск, речка и на бугре село. Вот. А где-то в километре, может быть, в полутора километрах здесь стоит церковь. Ранее был монастырь. Вот что здесь было, ребят? Вот, пытаюсь пробить, пытаюсь узнать. Думал то, что вот у меня вот она дорога. Сейчас я вам ее покажу, ребятки. Ух, монитос, это круто. Вот она, видите, идет. Вот. Она очень хорошо заметна. Я вам ее прям конкретно снимал. Вот, спуск к речке. И вот это вот пение соловьев и птиц. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда. Поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин Антиквар 32. Делаешь заказ, нажимаешь «Оформить» и вбиваешь промокод «Охота за сокровищами», который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ, и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду «Охота за сокровищами» работает почти на все. Сейчас, ребята, все возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин «Антиквар 32». Пожалуй, это то, что нам нужно. Вот. Так что, братцы, заблудиться тут можно, но сложно. Вот, этот лес не особо такой большой. В длину, может, 2 километра и в ширину около, может быть, ну, 5 где-то вот так. Молодой лесок. Короче, братцы, ладно, не буду выключаться. Сразу покажу, от чего такая радость. Так, ребятушки, это монета. Вот. Вы, ну-ка, где вы тут у меня? Вы часто мне говорите: «Женек, хватит тереть монеты там, хватит там складывать их в карман». У меня для этого есть вот такая вот сумка для хабара. Но сегодня у меня, ребята, есть гораздо лучше. Смотрите, что я получил на почте. Вот такая годная хабарница. YouTube. Охота за сокровищами. Годная годь. Годь годная. Плодородная. От души душе душевной. Евгений Липецкий. Вот. Это хабарница синего света. Мне ее прислал мой подписчик. Вот. Хороший товарищ, который тоже имеет свой канал, его зовут Виктор. Вот, я вам сделаю внизу ссылку на подписку его канала. Ребят, посмотрите, познакомьтесь с его творчеством на самом деле. И он может вот такие вот красивые вещи делать. Не знаю, как это удается. Вот, теперь, с вашего позволения, так сказать, вот, и с моего желания, так как хабарница уже принадлежит мне. Сейчас я попробую ее открыть. Туда пойдет наша первая монетка. Вот. И что я забыл вам, ребят, еще сказать, показать. Здесь все правления наших императоров всероссийских от Петра I до Николая II. То есть монетку, которую я нашел, это двушечка. Две копеечки. Сейчас она тут в налетах вся. 1893 года.
Вот, 1893-го, это монетка Александра III, вот, а не Николая II. Все правление всех царей, всех императоров, все к вашим услугам. Это очень, на самом деле, удобно. Вот, сделаю, короче, вот сюда вот положу поролончик, вот, чтобы у меня тут монетки лежали. Ну, короче, чтобы все было цивильно. Вот, и, братцы, у меня все теперь будет годно. Ну, нет у нас в деревне таких, этих, как говорится... Ну, возможности делать вот такие вот красотульки. Пока она там погремит, ничего с ней не станет. Вот. Ну, я доволен, как питон. Так что, братцы, будем продолжать ходить дальше. Вот, время у меня сейчас вечерок. Время у меня еще часа три, наверное, есть. Похожу здесь вот по окрестностям. Было пару сигналов, думал, конина. Вот, какая-то, ну, в общем, не для камеры какая-то хрень. Вот, и как бы, если что еще найдем, конечно же, покажем и сложим в эту прекрасную хабарницу. Вот, а еще раз, ребята, порекомендую вам канал Виктора Судика. Вот, ссылочки будут внизу в описании, зайдите, посмотрите. Вот, поддержите подписочкой, вот, от души душе душевно, как говорится. Запахло весной! Короче, братцы, похоже на серебро. 91. Слышите, как соловушка заливается? Ох, как свистит! Выкопал. Выкопал, теперь, братцы, вместе смотрим. Вместе смотрим. С соловьем. Странно, почему на дороге мало сигналов? Может, там выбили все? Во! А, понятно, это ребятки с одежды. Пуговицы, наверное. Алюминиевая пуговица и оперный театр. А я-то думал. Но я все равно положу ее в хабарницу, потому что это почти что монета. Да ладно. Фома Ерема, наконец-то годная годь. Вот. Что-то нет сигналов нонче. Вот, это ж корнями все приросло. Эх, братцы. Пошла плясать бабка Лукерья. Вместо волос на голову прицепила перья. Все. Тут земля сухая. Дождь прошел, а землю не промочил до конца. Плюс лес. Ага. Блин, ну это... Да ладно, ну-ка. 96. Это, наверное, царское что-то. Царская монета. В руках у джигита. Ну-ка, ага. Вот она. Смотрите, монитос, ребят. Вот она. Вот она монетка. Что-то черное, что-то старое. Деньга. Ух ты! Ну-ка мы ее сейчас... Вот, короче, вещица. Чуть-чуть щеточкой. Чирик-чирик. Ну-ка. Вот, и чернота вся убралась. Вот такая вот. 1748 год. Вот такая вот она. Из землицы матушки. Ребята! Короче, блин, похоже, гирька. Да вы что можете мне сказать на этот счет? Охренеть, целенькая. Да, это гиречка, наверное. Точно не дробинка. Вот такая вот. С ума сойти, а сигнал-то такой был. Почти никакой. Ну-ка. Сейчас он уже хороший. Блин, уверяю, был хреновый сигнал, ребят. Просто копал его по стандарту, потому что сигналов мало. А он мне вон что дал. Копайте, братцы, все сигналы, даже хреновые. Вот, сожалею, что не включил заранее камеру, но я просто не знал. Значит, тут место старенькое. Старенькое, может быть, чешуй. Ух ты, ля, в лесу что? Ну-ка, братцы, что это такое? А, это баклажка в пеньке. Я-то думал, что это такое? О, да тут пенек-то уже, ля, трухлявый. Ее 200 лет назад эту баклажку засунули. Ох. Вот она, тропочка эта идет. Вот вдоль оврага. По самой тропочке ни хрена. А вот здесь вот по окрестностям. Оттуда вон я пришел, там, сям. Вот видите, попадаются такие красивые вещи. Ну,
ископаемый хороший вроде. Нет, нормальный сигнал, 94. Это может быть даже что-то путевое. О, ля, гриб. Вот он. Видите? Поганка бледная в лесу попряталась. Копаем, копаем. Ой, устал, да. Вот после дождя в лесу хорошо, конечно, вот. Но как-то душновато, что ли. Ага. Это монитос, ребята. Вот, это 100%, я вам говорю. Вот. Может быть даже... Что это такое? О, еще один гриб. Может быть даже что-то... Вот. Ну-ка, да, смотрите. Вот она. Вот она монетка. Вот. Вот сейчас мы ее почистим и покажем. Жирная. Вот она. Фу. Фу. Сейчас. Ах ты, сейчас. Дыши, дыши, душевная. Мало-помалу идут, а серебра пока не видно. Так. О, это, братцы, снова деньга. Вот. Это, братцы, снова деньга. Старая монета — это полкопейки. А вот деньга и 1/4 копейки — это полушка. Вот по полкопейки тут валяется. Вот, а меди чистой тут, наверное, грамм 5. 1700. Сейчас мы посмотрим, какой год. 1746. Так, положим. Хабарница, конечно, зачетная. О, что я наковырял сегодня. 1700, где тут у меня? Елизавета, 1746 год, Елизавета Петровна. То есть во времена Елизаветы здесь бродили люди в 1700-е годы, вот в этом лесу. Ну, тут не было раньше леса, может, здесь какое поселение стояло. Вот, у оврага, а там уже потом... Церковь эту построили, монастырь, может, в николаевские времена. Я просто на этой тропе 3 года назад находил 2 копейки Екатерины и копейку. Фу, ладно, ищем дальше. Ну, может, и пробка, кстати, быть. Вот, хрен его знает. Что-то прям яро так звонит. Крупно как-то. Вот. Выкопал пробку. Вон, видите, пластиковый стаканчик вон валяется. Может, тут водяру жрали. Так. Пинпойнтер мой. Блин, комары к вечеру начинают уже одолевать. Ага. Во, о, не, смотрите-ка. Ну-ка. Во, братва. Что это такое? Конина. Ни хрена себе, это конина, ребятки. А я думал, вот, пробка. Нормально так. Конина — это почти что монета. Вот такая вот. Прошу любить и жаловать. В хабарнице ее. Пуговица опять. Думал, еще конина одна. Конину вот тут вот выкопал. Вон стакан, и еще прям чуть прошел. И сигнал. Пуговица. Немчура, наверное. А я не знаю, были тут немцы, нет? Да, наверное, были. Они везде тут были. Вот такая вот. Землей забита. Что ты будешь делать? На Воронежские земли собираюсь, братцы. Вот такая вот. Наверное, на следующей неделе. Вот. Там есть где поживиться. Местечко одно. Короче, ладно, не буду раскрывать тайны. Так, братцы, еще одну просеку нашел, тропочку. Вот она отсюда, вот я вышел из этих кустов. Вон там овраг, а это будто как параллельно. И вот она, вот видите, вот она прям отчетливо видна, вот эта вот тропочка. Вот, и вон туда идет разветвление, я так понимаю. Но там выход из леса. Вот, я обошел уже здесь немаленький крюк. Вот, это, скорее всего, аппендицит, вот этот...
леса. Ну да, вон мусор, смотрите, здесь. Это вот, я, наверное, вышел уже к деревне сюда, на эту сторону. Засрали лес, а, ребят? Ну, я не знаю, сейчас очень популярно, наверное, да, всем говорить. Ну, сейчас очень, сейчас я уделю этому внимание, ребят. У нас все-таки такие ролики, знаете, вот. Если вы думаете, то, что на моем ролике можно увидеть гору золота, серебра и всего остального, это не тот канал, который вам нужен. Я здесь снимаю свои походы, путешествия. Я люблю природу, чистоту. Я люблю вот это вот уединение. Ну и, конечно же, все находки. Они достаточно бедные, но они настоящие. Я вам их показываю, стараюсь показать и порадоваться своими эмоциями вместе с вами. Вот, и в школе дело зашло, да. Сейчас такой философский немножко этюд. Вот. Ну, сейчас очень популярно в 21 веке и модно, знаете, как защищать слабых, соблюдать культуру, порядок, чистоту. Сейчас прям городские вот эти вот люди, да, они аж прям бдят этим. То есть прям вообще, то есть, знаешь, если ты там бросил фантик на асфальт, да, вот, тебя готовы уже просто там, я не знаю, там изрешетить из пулемета за то, что ты насрал на улице. Это, с одной стороны, правильно, но слишком, наверное, мне кажется, ну, слишком большой очень эффект этому дается. Вот. Но ведь наверняка вот эти вот бдящие вот также вот приехали сюда вот и высрали вот здесь вот, вот это вот липецкое пиво. Вот. Вот это вот давно, кстати, пиво. Такого сейчас уже нету, по-моему. Вот. Вот эти вот, короче, бутылки из-под вина. Вот это вот, короче, и все остальное. Понимаете? Вот. Давайте я обращаюсь не ко всем людям. Я обращаюсь именно только к тем, которые типа бдят, а сами срут. Давайте, если вы бдите, то тогда и не срите. Вот. Чтобы у нас было в нашем мире, в нашей хотя бы России, да, потому что мы в ней живем, чистота и порядок. Это прежде всего самое главное. Ох, братцы, из лесу вышел. Аж в глазах, блин, засверкало все от солнечного света такого. Уже вечереет, блин, но в лесу уже так темно, я уж подумал собираться. Вот, короче, на сегодня, наверное, хватит. Мои скромные находки. Хабарница моя от Витька не пустая. Пусть может быть скромненько, но зато все мое. Две пуговицы, одна гирька, одна конинка. Вот, и три монетки. Я сегодня нашел. Вот. Но я получил исключительное удовольствие, бродя по этим душным лесным массивам. Прикольно. Вот, попал под дождь. Вот, попал под солнце, попал под духоту. В общем, все прошло замечательно. Подписывайтесь, друзья, на канал. Вот, скоро будут выезды в другие области, планирую я съездить, сделать такое небольшое турне. Вот. Ну и все, что найду, конечно же, вам покажу. Моя охота за сокровищами, это вот мои сокровища. Клины вот эти вот, вот эти осинки, березки. А остальное, ребята, остальное это, как говорится, приданное, то, что я нахожу. Удачи и не забудьте про лайк. Всем пока.